Здравствуйте! С вами программа «Дачная академия». Сегодня завершающая программа. Сегодня все эксперты собрались в гости к нашим участницам, чтобы подвести итоги. Пройдемте и мы с вами. Завершилась последняя неделя проекта. Мастер-классы и советы экспертов, несомненно, помогли нашим участницам. Их сады преобразились. Сегодня собрались все эксперты проекта. Они оценят работу участниц и дадут рекомендации по дальнейшему уходу за садом. Сначала заглянем на участок к Елене и Ане. Ну что, будем надеяться, что нас здесь ждут? Будем надеяться. Стучимся. Хозяева! Гостей ждали? Мы не гостей, мы своих людей уже ждали, вот так-то. А не гостей. Дожили. Ну, здравствуйте. Все приехали, я рада, заходите. Конечно, на какие-то моменты уже хочется обратить внимание, я об этом хозяйке сказал. В частности, хочется более жестких контуров у грядок, и даже не столько с целью функциональной, сколько даже эстетической. То есть они будут больше читаться, и будет лучше как-то видна вот эта вот сама структура. Но это все носит уже какие-то такие, ну, скорее, декорационные элементы, и, в принципе, это еще впереди все. А вот то, что основа, которая, в общем-то, самая главная, которая является залогом будущего сада красивого, она меня полностью устраивает, она мне нравится. Я думаю, что спустя какое-то время, когда мы сюда приедем, мы увидим действительно очень интересный, очень красивый сад. Ну что, дорогие эксперты, сегодня праздник у девчат. Да, сегодня будут танцы. Скорее всего. Я имею в виду, что действительно сегодня у наших героинь праздник, потому что, начиная наш проект, навряд ли они представляли себе, во что они ввязываются. Это с одной стороны. С другой стороны, если бы не было этого волшебного толчка, если бы не было наших советов, то, наверное, они бы еще очень долго не начали заниматься благоустройством своего участка, потому что то одни дела, то другие, то дети, то живность и так далее. Поэтому сегодня мы с вами как бы имеем возможность посмотреть, чем закончился наш проект. Конечно, это не окончательный вариант, всем это понятно, что растения только что пересажены, какие-то, в общем-то, выглядят еще не очень презентабельно. Мне бы казалось, что нам надо приехать к ним в гости на следующий год, например, весной, летом, да, или весной. Но, тем не менее, сегодня мы с вами оцениваем то, что получилось в результате вот такого плодотворного сотрудничества экспертов и участниц нашего проекта. И, конечно, сначала хочу спросить у Саши, у Александра Сапелина, потому что он был виновником всех этих переделок, потому что именно с его советов начались работы по участку. Значит, сейчас наша задача, располагая вот эти вот зоны, которые вы захотели, попытаться эту длинную вот такую туннельного плана территорию сделать ее более компактной, более квадратной. Хорошо, на картинке я ведь все понимаю, но как это все воплотить в жизнь, я вот не понимаю, хотя бы точку отсчета, скажем так, Лен, откуда все, ну, это, а начинается? Вот смотрите, вы же не будете делать площадку как таковую, то есть это просто пространство, вот эти все линии, они будут подчеркнуты посадками. Посадками. По дуге будет произведена посадка деревьев, по дуге будет произведена посадка ваших кустарников и декоративных, и плодовых. По дуге, вот здесь действительно, по дуге придется сделать огород. Саш, как с твоей точки зрения, какие здесь произошли изменения и насколько они справились с поставленной задачей? Ну, я считаю, что задача выполнена блестяще. Хотя со стороны, вот сейчас зашедшему в калитку человеку, может это быть незаметно и не видно. Но если мы говорим про планировочную структуру, мы ее можем оценить пока, к сожалению, только, ну, там, со второго этажа дома. Ну, да, но это связано с тем, что объемы не набраны, да? Но они расположены, они уже посажены именно в тех местах, в каких это планируется. И мне очень нравится, как к этому подошли в Гордие, то есть это и подбор растений замечательный, то есть и гамма вот та, которая, да, подобрана. Я уверен, что вот пройдет сейчас буквально, ну, там... Сезон? Да. Даже сезон. Уже это совершенно будет другая картинка, и нам обязательно надо приехать посмотреть. Я вас всех приглашаю. То есть вот действительно, если сейчас даже этого не видно, то вот взглядом таким, мы видели объекты, как они начинаются, как они растут и какими они становятся, можно понять, что оно выльется в ту картинку, которая задумывалась. И это, конечно, очень здорово. Оль, ну и к вам вопрос. Как дизайнеру,
этого проекта. Очень нам понравилось, так сказать, предложение, которое вы дали по декорированию этого домика неизвестного архитектора. Справилась Лена с поставленной задачей? Ну, я считаю, у Лены отлично получилось, потому что она по моей концепции сделала действительно хорошую вещь, эффектную, такую броскую. И надо сказать, что детали, они же уют и в доме, и в саду придают очень существенный. И вот эта вещь очень украсила сад, придала ему какую-то ноту оригинальности, потому что если, например, сразу не видно детали планировки, то вот всякие такие стильные штучки, они-то, как правило, видны сразу. И, собственно, уже хочется даже здесь продолжить эту тему. Ну, я считаю, несколько стильных контейнеров, оригинальных обязательно. Вот. Тоже в такой веревочно-канатной технике, украшенных, я бы видела, и тоже ярких. Ну и там пару-троечки фигурок, а так, собственно говоря, очень вписалась эта конструкция. Можно считать завершенным. Ну, за исключением отдельных мелочей. Конечно, он уже имеет свое лицо. Мне на самом деле действительно очень понравилось то, что в итоге здесь сделано на этом участке. Конечно, как я уже сказал, не хватает объемов, но это дело времени. Вообще, конечно, нельзя говорить об окончании какого-то процесса. Все, теперь они в это вошли, и теперь это надолго. И теперь уже, собственно говоря, это не прекратится. Теперь это будет садовая болезнь. Теперь это будет все меняться, меняться. Я уверен, что он будет только хорошеть при условиях, если мы будем держаться в тем же рамках. Ну и, конечно же, украшение любого участка – это растение. Оксан, вам слово. Я хочу сказать Елене отдельное спасибо. Человек, вот, на мой взгляд, очень заводной, очень податливый на яркие, интересные идеи. Очень приятно с вами работать, потому что, когда несешь человеку какую-то идею, да, и он так живо включается в процесс обсуждения, он тут же загорается, он моментально все это выполняет, не откладывая в долгий ящик. Это на самом деле очень хорошее качество, поэтому вам отдельно за это спасибо. Я так думаю, что ту концепцию, которую мы, в принципе, заложили при создании нашего цветника, вы поддержите, насколько могли. Да. Я так понимаю, что все ваши подруги приняли участие в снабжении вас дополнительным посадочным материалом. Всем миром. Всем миром. И самое главное, что получилось действительно здорово, потому что все, что вам подарили, да, то, что где-то вы присмотрели, прикупили, то, что привозили мы, достаточно органично вписалось. Я так думаю, что творческий процесс еще не закончен, потому что свободных мест в цветнике достаточно. Да, это я Теперь поняла. Вы уже человек грамотный. Да. Полностью благодаря вам, Оксана. Спасибо. Вот, поэтому я так думаю, что ваш цветник будет развиваться в дальнейшем, наполняться растениями, которые подчеркнут его естественную красоту. Вперед! Но мне очень понравилось то, что в результате получилось на участке. Тем более по сравнению с тем, что здесь было. А теперь участок оптимистичный, дружелюбный и очень интересный по планировке. И это сразу видно, когда заходишь. Потому что сразу много разных интересных элементов сгруппировано в одном месте. И получилась замечательная зона отдыха. И грядки, и цветники. Одним словом, садик, где все есть. Ну, что я теперь могу сказать? Я хочу сказать огромное спасибо вообще загородной жизни, дачной академии из-за того, что дали нам толчок. Как в первой передаче было сказано, что, в принципе, здесь очень все тяжело было. Вот. А когда дождались Александра, тяжелую когда он нарисовал вызвали. Этот план, извините, у меня волосы поднялись просто дыбом, думаю, как это все можно воплотить? Ну, ручки-то вот они, и волшебная палочка тоже имеется у нас. И, в общем-то, мы постарались. Оксана Пискарева, руководитель ландшафтного бюро «Гордье», привезла растения для завершающих штрихов в оформлении сада. Лена, я, как обещала, привезла вам сегодня в подарок два клематиса. Один из них ботанический, второй крупноцветковый, для того, чтобы вы могли по достоинству оценить прелести одного и другого сорта. Чем отличается клематис ботанический? Сорт замечательный, столовый голд. Клематис будет иметь ярко-желтый с зеленым налетом листик и вот такие необыкновенно ярко-насыщенного цвета синие колокольчиками, поникающие соцветия. Я думаю, они вас очень порадуют, потому что, учитывая, что цвет нашей декоративной перголы желто-зеленый, он на нем будет прекрасно сочетаться. И для контраста у нас крупноцветковый сорт такой нежно-розово-фиолетового цвета. Кстати, даже живой, увидите, он у нас зацвел. Цветочек. Да. Поэтому, я думаю, высадив вот эти растения около вашей замечательной такой вот декоративной перголы, вы будете очень счастливы и довольны. Спасибо, Оксана. Обладая такими замечательными растениями. Спасибо. Ой, ура.
Лена, я думаю, вы довольны нашей серией семян 4 лета? Я смотрю, вы уже собрали замечательный урожай. Я уже снимала и уже кушала, между прочим, перчики. Это вот то, что вы нарезали за сегодня? Да, вот. За сегодня. И баклажаны, между прочим, тоже. Вот я смотрю, я уже вашу тарелочку здесь присмотрела. Вы молодец. И давайте уже, наверное, срежем последний. Давайте. Нет, еще предпоследний. Еще один дозревает. Ну, осень, считай, на дворе, поэтому что тут говорить. Давай. Давайте режем. Все. Так, кладем. Наполняем. Я так думаю, что, наверное, вы довольны результатами, да, и очень. В принципе, вот сколько мы здесь общались и с участниками, и с гостями передачи, все очень довольны, потому что действительно серия необычная и интересная. Очень интересно. Базилик какой? Базилик. 4 сезона. Маленькие, достаточно маленькие такие овощи, да, но они сочные, душистые. Вкусные, душистые, ароматные, вот самое главное, аромат в овощах. Вот. И смотрите, растут в открытом грунте и не требуют дополнительного укрытия. Да. И какой результат? Результат шикарный. Может быть, продегустируем? Давайте. Пошли к барбекю. На протяжении всего проекта участники использовали при выращивании овощей и цветов препарат Байкал М1. И, как говорится, результат налицо. В результате использования препарата Байкал М1 температура в почве повышается на 2-3 градуса, что способствует лучшей всхожести семян, а также влияет на декоративные и хозяйственные качества растений. Я хочу сказать, что, конечно, здесь очень важно учесть следующий момент, что вот то, что получилось в конечном итоге, это как бы результат совместной работы. С одной стороны, экспертов, которые помогли своими знаниями. С другой стороны, ваши, потому что это и денежные затраты, это и ваш труд. Но, с другой стороны, невозможно было бы этому проекту осуществиться без вот этого без взаимодействия. Да, конечно. И поэтому я вот всегда хочу сказать, что люди, которые хотят что-то переделать, конечно, им необходим какой-то первоначальный толчок, чтобы люди им подсказали, да, в том числе специалисты им подсказали. Для этого существуют наши передачи, для этого существует передача «Сад день за днем», «Ландшафтные хитрости» на нашем телеканале, потому что именно они помогают людям задуматься о том, что они могут именно сами, своими руками на своем участке переделать. Лен, ну, здесь не только в гостях сегодня эксперты, здесь сегодня и ваша коллега по несчастью, или наоборот, по счастью. По счастью, Ирина Юрьевна, по счастью. Я Оля. Очень рада, что Оля к нам пришла, очень рада. Оль, как вам кажется, с вашей точки зрения? Ну, я вот была вот не с самого начала, а уже, ну, некоторые были уже переделки, вот, но все равно очень заметно, работа грандиозная, вообще очень все замечательно, очень уютно стало, и, конечно, цветов очень много прибавилось, и вообще очень такие клумбочки, вообще было просто интересно посмотреть, как вот все в конечном результате. Ну, конечно, это не конечный результат, я понимаю. Ну, да. По весне. Но уже как бы результаты, как здесь вообще это все выглядит. Не, ну вообще, я так понимаю, что у вас, у обеих уже появился какой-то стимул. Лена сказала, что она накупила много луковичных, она собирается это все украсить. Я могу поделиться. Вот Оля, может, да. То есть я возьму вирус, обязательно. Вирус садоводства, вирус дачного украшательства в вас поселился. И мы рады, что мы способствовали этому процессу. Спасибо вам большое за программу. Теперь мы с Оленькой будем дружить и друг другом делиться. Лен, ну а теперь самое приятное, дополнение к тому, что уже было приятное, это, конечно же, подарки. Фирма «Форстер», спонсор нашей программы, помимо всей той садовой мебели и тех аксессуаров к барбекю, которые они уже вам подарили, дарят эту замечательную сумку-холодильник, которая предназначена для длительного хранения продуктов. То есть вы вполне можете выезжать на пикник и брать с собой продукты. Теперь это ваше. Ой, вообще, спасибо большое. Вообще я хочу сказать, что, конечно, пожарить шашлыки или сделать барбекю можно и на двух кирпичах. Но фирма «Форестер» работает над тем, чтобы изменить наше отношение к отдыху на природе, сделать его более комфортным и удобным, добавить стиля и эстетики. Я думаю, что у вас теперь полный набор этих аксессуаров от фирмы «Форестер», и ваш отдых будет комфортным и уютным. От фирмы МТД «Садовая техника» вы получаете в подарок электрическую газонокосилку американской торговой марки MTD. Она легкая,
и очень мощная. Поэтому ваш газон будет в идеальном состоянии. К тому же она занимает очень мало места, потому что компактная. Ей удобно работать. Она, в принципе, выстригает самые неудобные места на участке. Так что владейте. Лен, вы уже успели убедиться в эффективности микробиологического препарата Байкал-М1. Овощи, все цветы у вас находятся просто в идеальном состоянии. И компания МК-операция дарит вам всю линейку своих микробиологических препаратов с подробнейшей инструкцией по их использованию. Так что надеемся, что в следующем году урожай у вас будет еще больше, чем в этом. Сад Елены очень изменился с начала проекта. Преобразился не только внешний вид участка, но также повысилась его урожайность. Теперь Елена может собирать ранние урожаи томатов, огурцов и перцев, ведь на ее участке установили теплицу, покрытую сотовым поликарбонатом «Актуаль». «Актуаль» обладает исключительно высоким теплосбережением – на 35% выше, чем у стекла и пленки. Благодаря этому овощи можно выращивать вплоть до поздней осени. Под таким покрытием растениям не страшны ни ночные перепады температур, ни град, ни ветер. «Актуаль» создает оптимальный режим температуры и влажности, что способствует правильной вегетации. Я очень довольна этой теплицей. До сих пор мы едим огурчики свои, хотя посадили, конечно, очень поздно. Салатик, руккола, укропчик, даже редисочка вышла. Когда у всех людей все закончится, мы будем это кушать до поздней-поздней осени, между прочим. Но я с нетерпением жду весны. Ну что ж, будем ждать весны и будущих хороших урожаев. Спасибо за парник. Вторая наша героиня Ольга также успела оценить преимущество сотового поликарбоната «Актуаль». Она уже второй год выращивает различные овощи в теплице, покрытой «Актуалем». И в этом году ей удалось собрать богатый урожай не только томатов, но и даже арбузов. «Актуаль» прослужит нашим героиням долгие годы. На поверхность листов нанесен защитный УФ-слой оптимальной толщины. Он защищает поликарбонат от разрушения и гарантирует срок службы не менее 10 лет. Могу сказать в конце уже всего этого проекта, что огромное спасибо этому проекту за то, что все вот эта древность сдвинулась с места. Это был просто древний-древний дремучий сад с такой травой по пояс, а сейчас любо-дорого посмотреть. Спасибо большое спонсорам, которые навели уют. Ну и, конечно, красоту никуда не денешь, это, безусловно, цветники, пергола и все остальное. А теперь настало время посмотреть на Ольгин участок и его изменения. Что я хочу сказать про Олин участок? Вот если у Лены ситуация была такая, она как революционерка. Весь мир до основания. Яблони все вырубила старые, практически сделала пустой участок и уже на новом месте начала его благоустраивать, то у Оли ситуация была совсем другая. У нее необходимо было вписать ее хотение в ту ситуацию, которая уже существовала. С моей точки зрения, это была практически невыполнимая какая-то задача. Тем не менее, Саша с ней благополучно справился. Было предложено, я напоминаю, несколько вариантов планировки этого участка, из которого Оля выбрала вот этот геометрический. Саш, как с точки зрения эксперта выполнена задача? Да, ну вот я посмотрел, да, даже при том, что он еще не закончен, и там, да, еще требуется какую-то работу доделать, он уже читается. И надо сказать, что именно из-за того, что он геометрический, в отличие от Ленинова, который более пейзажный, да, в духе таком выполнен, эта вот геометрия правильная, она, конечно, сразу бросается в глаза, она сразу читается. Ну, что хочется сказать. У Ольги получился интересный, достаточно насыщенный по структуре сад. Я думаю, что работы, конечно, предстоит еще много. Тем не менее, Ольга – великая тружница. И я думаю, что все у него получится замечательно. Сейчас в процессе работы, конечно, терраса, которая находится за домом. Я думаю, Ольга это осилит. Испытание пройдет его достойно. Ольге хочу пожелать творческих успехов, изысканий и, конечно, всего-всего самого наилучшего.
боль. Ну, вы приложили здесь свою руку, и очень, кстати, мне понравилось тот вариант, который вы предложили. Как вы считаете, у Оли есть успехи в плане дизайна своего участка? Ну, несомненный. Во-первых, этот сад имеет четко выраженный свой стиль. Вот изначально в нем уже содержался стиль. Бывает, что он создается, а бывает уже есть все наметки к тому, чтобы его, так сказать, дотянуть, довершить до конца. И здесь, конечно, естественно, в этом саду возник гвоздь программы. Вот этот вот помост, подиум, площадка отдыха. И, конечно, раз сад этот очень с характером, раз он такой вот геометричный, у него свой стиль, требовалось как-то вот этот вот подиум тоже, так сказать, сделать так, чтобы он, да, был в согласии с этим стилем, чтобы на этом участке была композиция. Композиция сложилась, а композиция такая вещь, которая, может быть, не всегда ее знать можно законы, но видишь и говоришь, да, это однозначно красиво, так что все сложилось. Тут уже мы неоднократно говорили о том, что в саду очень много растений. И я вижу, насколько у Ольги, у хозяйки сада, увлеченность растениями, ассортиментом, растениеводством, вообще садоводством. И она точно, абсолютно, эта страсть не угаснет. Ну и, конечно, тоже я бы подчеркнул еще раз душевность созданного вот этого вот кусочка сада. Я думаю, что во многом это связано с тем, что тут вещи делались руками самой хозяйки. И вот это вот тепло человеческих рук, оно, конечно, передается тем, кто в этот сад попадает. И такой сад обречен на успех. Оксан, ну и ваше мнение по поводу растительных посадок? Хочется отметить, да, Ольга большая тружница, и мы с ней неоднократно встречались и разговаривали о том, какие бы растения можно было высадить в цветнике, да, вот по наполнению основного вашего цветника. Что я хочу сказать? Конечно, вот многие уже говорили о том, что у Ольги здесь достаточно большой объем уже имеющихся растений, да, запасник, да, такой, скажем. Да. Не надо ходить в магазин и что-то искать. Поэтому есть много растений, которые Оля использовала для декорирования вновь появившихся своих участков. Она поделила свои замечательные хосты. Мы разговаривали о том, что как бы задекорировать колодец. Да, вот структуру, которая, в принципе, должна быть скрыта. Потом, вот Саша правильно сказала, геометрические формы читаются все очень хорошо, но для того, чтобы как-то они мягче выглядели, как раз хосты будут играть роль смягчения вот этих вот прямых линий, да, мы их будем читать, мы их будем видеть, но они будут более мягкие, более объемные. А вообще, что касается, да, рукоделия Ольгиного, великолепно все это смотрится. Лен, поскольку вы тоже здесь практически первый раз. Да, ну, я здесь вообще первый раз. Первый раз. Видела вот по телевизору, что там у Оли. Знаете, какие ваши впечатления? Вот мне очень понравилось. Ну, сад вообще просто шикарный. Вот это вот ели, эти деревья, эти винограды, то есть тут все. Но самое главное даже не в этом. Эксперты молодцы, все постарались. А здесь мне больше всего понравилась душевная какая-то теплота. Я вот пришла, села, и я расслабилась. Это, Оль, это так здорово. Это аура такая. Да, это ваша аура, это вот благодаря вашей семье, вашей дружной семье, ребеночку, собачке, маме, мужу. Да? Корм, в общем, все замечательно. Курочкам, да, все очень здорово, все очень здорово. Спасибо. Молодцы. Большое. Оль, ну вам слово. Скажите нам свои впечатления от работы с нашей командой экспертов, о том, помогли мы вам или нет. Не, ну помогли, потому что на самом деле, если честно, вот я долго очень иногда сидела и не знала, как привести это все дело в порядок. Как-то вот у меня не складывалась эта картина вот общая. Когда вот Александр подсказал вот эту вот планировочку, вот у меня как-то сразу вот получилось, что я даже представила, как это примерно будет. Вот, и в общем... Начала над этим работать. Единственное, хочу сказать, конечно, тяжелая работа. Тем более я себя, видимо, все-таки загрузила. По полной программе. Вот, потому что и подиум, и перголу, потому что вот ее мне достаточно, в общем, это очень кропотливая работа, потому что там мелкие деревяшечки, и каждую эту деревяшечку покрасить, это вот уже та изюмина. Я, конечно, представляю себе, как женщина на этом станке все это распиливает, молодец, прикручивает. Она просто молодец. Но оно того стоило, потому что сейчас эта идея, которая была предложена Александром, она просто как бы вот заиграла во всей своей красе. Ну что же, Оль, мы желаем вам успехов. Мы надеемся, что вы пригласите нас чуть позже, чтобы посмотреть
что в развитии, как ваш сад будет развиваться. Вот я хотела вас пригласить на следующий год, потому что сейчас все-таки вид не очень, потому что свежепосажено, тем более уже осень, там много отцвело. А вот если летом, я думаю, когда вот там большинство будет цвести. В общем, уважаемые эксперты, в следующем году летом всех Олю приглашает, да. Я думаю, будет вот такой же богатый урожай. Я думаю, что уже будет очень красивый сад. Ну, а нам остается только приятное. Это подарки. Оль, как я и обещала, подарки. Спонсор нашей программы, фирма Forrester, дарит вам вот такой переносной термоконтейнер, который используется как мини-холодильник переносной. К нему прикладываются вот такие аккумуляторы холода, их два. То есть они замораживаются в морозилке, кладутся внутрь, и производитель гарантирует нам, что в течение 24 часов температура в этой термосумке останется постоянной. Замечательно. Очень нужная вещь, особенно летом. Ну, это еще подарки от фирмы МК-операция. Вы в этом году познакомились с препаратами этой фирмы, микробиологический препарат Байкал-М1. Значительная прибавка в урожае. Вы сами видите, в теплице совершенно здоровые помидоры, то есть даже фитофтора, которая в этом году у всех практически поразила, томаты у вас, они совершенно здоровые. Это все-таки в том числе и результат действия препарата. А здесь фирма дарит вам целую линейку своих препаратов, не только Байкал-М1, но и другие микробиологические препараты, с тем, чтобы на следующий год в новом ростовом сезоне вы могли получить еще лучшие результаты. Так что это тоже ваше. Спасибо большое. Уже конец августа, и, конечно, основной урожай томатов в теплицах давно собран. Но в результате действия микробиологического препарата Байкал-М1 нам удалось собрать экологически чистую продукцию, потому что растения абсолютно ничем не обрабатывались и до сих пор находятся в очень чистом, здоровом состоянии. Оль, компания МТД «Садовая техника» дарит вам электрическую газонокосилку МТД. Она предназначена для частого кошения газона, что как раз подходит для вашего участка, потому что вы ухаживаете за своим газоном. Да. Ну вот в этой газонокосилке есть все необходимое, в том числе она оборудована травосборником, поэтому траву скошенную очень удобно вам или относить сразу на корм курам, или укладывать ее в компост. Газонокосилка очень легкая, маневренная и в то же время мощная. Да, замечательно. Но я хотела бы большую благодарность выразить передаче «Дачная академия» в том, что, в общем-то, они меня сподвигли на такой, я бы сказала, достаточно геройский мой поступок. Вот. Но при этом, при всем, в общем, получается очень хорошо. Очень долго думала, как это вообще привести все это дело в порядок. И мне как-то с трудом это виделось, и то, что мне предложили, это замечательная помощь, и, в общем-то, я думаю, что я справилась со своей задачей, потому что предварить это в жизнь и как-то все это оформить, конечно, потребовалось очень много сил и времени, но я очень довольна результатом, потому что, конечно, это очень большая разница с тем, что было. Огромная благодарность всем, кто участвовал, помогал за подарки, за помощь в этом проекте. Хотя все, конечно, делалось нашими руками, но без помощи я бы, наверное, все-таки совсем одна бы не справилась. Ну что ж, вот и все. Окончена наша программа. Подведены итоги. Я думаю, что все остались довольны. Эксперты, потому что познакомились с новыми очень приятными людьми. А участницы проекта, я думаю, довольны достигнутыми результатами. Надеемся на встречу в новом сезоне. Всего доброго. До свидания.
И мне кажется, вот эта вот программа, она как толчок такой определенный. Я больше чем уверен, что делая вот этот вот один участок, там второй участок в этой программе, мы огромное количество, сотни тысяч людей, которые смотрят эту программу, для них это тоже своеобразным толчком становится. Они понимают, что это, в общем, не так страшно. Хотя, конечно, это трудно, сложно, но это не невозможно.